Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Ускользающий мир. Где это я? Это опять кошмар? Кажется, это корона. Смотри, Капль, Калида принесла нас прямо к замку. Но как нам туда пробраться? Кажется, пути наверх нет. В любом случае, прямо сейчас нам туда не попасть. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть кликабельного, так скажем. Корона стоит на высокой каменной скале. Кажется, дороги туда нет. Как же туда попасть? Интересно. И туда мы пройтись не сможем. Что это, камень какой-то? Платформа. Что это? Еще один секретный механизм? Кто бы знал, как я их ненавижу. Ну почему? Ты же умеешь логически мыслить. Ты любишь, значит? Снова я уперся в закрытую дверь. И вместо замка изображение черепа. Тревожный признак. Наверное, сюда пускают только тех, кто уже кого-то укокошил. Или если ты уже покойник. Одно из трех, пятого не дано. И дальше у нас нету пути, да? Ой, блин, я только заметил, вы присмотритесь, это череп. Это череп. Круто, а он никак не кликается. А что у нас здесь в начале было? Ой, да он разъезжается. Смотрите, череп. Может, это какая-то подсказка? А ну, до конца дойдем. А, подожди, вот рычаги. О, блин, это что тут, методом народного тыка выкликивать? Давайте через один попробуем. И что должно произойти? На платформу, что ли, стать должны или что? Или, наверное, этого. Нашего капля кинуть, наверное. Сейчас давайте капля кинем. На платформу. Хочешь что-то сделать, сделай это сам. А если мы положим камень обратно, может, его не надо было брать? Нет, камень недостаточно тяжелый, чтобы удержать платформу внизу. Ну так капель и камень. Ну ладно, а нажать? Ничего. Значит, все-таки дело в этих рычагах. Дело в этих рычагах. Где там он? А ну, возьмись. Я не знаю, вот так вот попробуем. Давай, назад. Блин, так это можно вечность туда-сюда. Давайте я еще пару раз попробую. Если не получится, то, наверное, скипну этот момент. Потому что, ну, это вечность, можно кликать. Ничего. Потому что я здесь видимых подсказок не вижу, как нам вообще. Потому что, ну, как бы вот это может быть какая-то подсказка. Но тут... Как тут догадаешься? Вик его знает. Ладно, давайте этот рычаг мы на место поставим. И этот на место... Его знает. Пошли нажимать. Будем нажимать. Я даже без понятия. Что вообще происходит? Как тут вообще? Ура! Чё? Мне наконец удалось открыть адские врата. Нифига. Нифига, прикольно. Хе-хе-хе. Это здорово. О, фонарики, я и не заметил. Нет, у меня на китайские фонарики аллергия. Она, конечно, чисто психосоматическая, но все равно это болезнь. Откуда в выдуманном мире есть китайские фонарики? Они должны быть в Китае, а не в этом... О, какой череп! Погоди, он должен был как-то сложиться от наших... Ага, он должен был как-то сложиться от наших передвижений. То есть можно было не методом, наверное, народного тыка. Ну ладно, в любом случае пойдем вглубь. Куда бы ни вела нас приключение, мы в какой-то пещере, снизу какое-то непонятное. Это кошмарные летучие твари. Кажется, они собираются напасть. Думаешь? Я вот не хочу, чтобы они нападали ни на меня, ни на тебя. Летучие твари. Кажется, они собираются напасть.
Ну, собираются или нет, но нам этого не нужно. Жутковато. Жутковато. А взять ты ничего не можешь, да, отсюда? Пусть себе покоится с миром. Будь я мертвым, мне бы не понравилась чужая компания. Что у нас тут есть? Рог. О, окно. А ну, посмотри, что в окно. Что там у нас? О, какие-то голоса. Похоже, там совещание. Попробую послушать, что там говорят. Ух ты. Турме, поди сюда. Ты что там возишься? Что случилось, шеф? Время пришло. Король становится все слабей. Пусть войско готовится. Скоро наше терпение окупится сполна. Дас, наше время пришло. Время? Ха, не говори о том, чего не понимаешь. Мир рушится. Все, что имеет структуру, будет стерто потоком времени. Останется лишь пыль и ржавчина. Плесень, осколки и вечная боль. Вы о своих ранах? Течение времени причиняет мне боль. Оно меня отравляет. Гложет мою плоть. Осушает мою кровь. Как осушает землю, медленно умирающую передо мной. Это вина короля. Он мог бы все предотвратить. Но он прячется в своих покоях. Он за это ответит. Это правда. Вы сокрушите короля. Вскроете его брюхо и спляшете на кишках. И народ вас поддержит. Будут аплодисменты. Гурме. Все будут шипеть. Асгилия! Асгилия! Гурме! Да заткнись ты уже. Праздник и яркие флаги. Гурме! Мое правление не будет смеха, Гурме. Никаких флагов, никакой музыки. Наш мир — конченное место. Это мир рока. Мир смерти. Песни и пляски? Тьфу. Этому конец. Пробил последний час короля. А теперь возвращайся на пост. Я хочу осмотреть войска. Ясненько. Это Асгили. И они собираются напасть на короля. Мамочки, во что же я вляпался? Ха. Выходит, это Люшо, предводитель Асгили. Ё-моё, но он на самом деле похож на какого-то червяка с рогами. Если кто помнит, старый мультфильм и игра была Супер Джиммер Червячок, когда попал он в космический скафандр. Что-то вот такое немножечко похоже, но там у этого рога, рога! И какой-то вообще он непонятный. И его сподвижник, полуящерица, тупая как пробка вообще. Ну ладно, что у нас здесь есть? Назад вернуться. Веревка. Пригодится. Подсвечник, ну ты не дотянешься. Они нужны только для того, чтобы пугать меня. И неплохо справляются, замечу. Подсвечники, каменные диски какие-то, план наступления. До ведра ты тоже не дотянешься, и у тебя... У нас все пропало с прошлой локации. А, это объединяется? О, оно объединилось, круто. Может как-то докинуть можно там в ведро, не? Я не дотягиваюсь. Ну ладно. Ладно, возвращаемся обратно. Мы еще не все обсмотрели. Что у нас есть? Рог. Может к рогу привязать? Потому что если мы к нему спустимся, он, наверное, не будет нам рад, если мы к нему спустимся. И тогда веселый юный клоун сразил злобную гадину веселый тяжелым юный камнем. О, неужели я пал так низко? Веселый? Серьезно? Все, в отрубе хваляется. Так, это я не знаю, мы можем это взять? Иди, возьми. Капель, не отставай. Я не могу ее взять с собой. Она привязана одним концом. А, ну у меня нет ничего, чем отвязать, наверное. Надо было, может, руками сознание отвязать. Его лучше не приводить. Страшно подумать, что он со мной сделает.
Ну ладно, отвяжем мы чуть попозже. Давайте отправимся вот в эту комнату. Может, план украдем? Так, хорошо. Забираем план. У тебя есть план? Так, я с Гилли не остановлю. У меня есть план. Но у тебя... Я не могу его забрать, блин. Ведро. Как-нибудь, я может, не достану? Блин. А, до каменного диска. Нужна какая-то колотушка. Колотушка. Ты не будешь моей колотушкой, а? Может, бум... Эй, Капль, не знаешь, что это такое? Я так и думал. Какие-то стрелочки или часы, что это такое вообще? Ладненько, я не знаю, колотушку, может, я что-то упустил? Что происходит? Оу. А ну встал! Ой-ой-ой-ой! Ага. Кажется, нас сейчас поймают. Блин. Что случилось? Кто это сделал? Враги в моем логове? Ну, погодите. Опа. Привет, ты шо? Посмел. Что? Что? Чё ты ржёшь? Так, кто у нас здесь? Маленький шпион. Что? Шпион? Нет, нет. Я... Меня зовут Седвик. Я просто клоун. Безобидный маленький клоун. И все. А ты знаешь, где находишься, маленький клоун? В ресторане? Нет? Я, кажется, ошибся дверью. Ага. Ошибся дверью. Это точно. Вот что, Седвик, для тебя есть хорошая и плохая новость. Давай с плохой. Плохая новость такая. Это очень-очень глупая ошибка. Ага. Хорошая. Хорошая должна быть хорошей. Это последняя ошибка в твоей, блин, жизни. Слушаю, босс. Отправь вора в клетку. Блин. А я ничего не украл. Я подумаю, как наказать столь исключительную глупость. Вот да, блин. Сижу за решеткой в темнице сырой. Приплыли. Ага. Плохо дело. Очень плохо. Совсем плохо. Ваша ж мать, как мне отсюда выбираться? Через сток там какая-то зловонная жижа, не особо хочется. Внизу видно воду, если так можно назвать эту мутную жижу. Ага. Помогите. Ну да, конечно. Ну вдруг там кто-то, может, слышал у нас. Нет, решетка тут не просто так. Выхода нет. Выход есть всегда. Ха, искать здесь что-то полезное, это как в поговорке про иголку в... минутку. А ведь... Что такое? В сене и в самом деле была иголка. Кто-то в высших сферах смеется надо мной. Ты нашел иголку? Ха-ха, нормально. Иголку в стоге сена. Да ты удачник. Так, ну а сено можно само взять? О, и сено можно само взять. Может, из сена сплести ниточку? Молотить, да? Солому? Нет уж. Да, да, это глупая затея, я согласен. Ладненько, что у нас еще? Щель под дверью, замочная скважина и дверь. Ну, давайте попробуем, чем черт не шутит. Остатки самоуважения не позволяют мне трясти решетку. Не позволяет тебе трясти решетку. Вот можешь покричать. Ой, что я сделал? Можешь покричать в дверь. Эй! Эй, вы там! О, ты тут, Гурма, привет. Что такое? Чего еще? Чего еще? Выпусти меня! Выпустите меня! Смелое желание. Да, последнее смелое желание. Давай, выпускай. Что заставит меня сделать такую глупость? Твой маленький мозг хотя бы. Я не виновен. Да. Невиновные вкуснее. Блин. Такие нежные. Что ты шипишь? Ладно. Держать меня в заперти — огромная ошибка. Я должен предотвратить конец света. Ну, я думаю, ему пофиг. Нет, честно. Что ты сыкаешь? Не сыкай на меня. У меня было видение. Звучит, конечно, безумно. Не сыкай. И невероятно, как будто я выдумываю, и я не могу это доказать. Никак. Так что ты, конечно, не согласишься выпустить меня. Блин, ты сам так утрируешь сильно. Умный мальчик.
Умный синий мальчик. Почему он синий, я до сих пор не могу понять. Аватар? Аватар. Ладно, мне нужно в туалет. Хорошее предположение. И что теперь? Может быть, ты отведешь меня куда-нибудь? В какой-нибудь асгильский туалет? Угу. Посадишь на горшок? Посадишь на горшок? А зачем, по-твоему, сток в твоей клетке? Ага. А я туда руками. Ой, боже мой. Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom.